адрес сельской. И жители сельские. Правда, живут они по-городскому. Но этим сегодня, наверное, никого не удивишь. Поселок в совхозе имени 50-летия СССР не похож на привычную всем деревню, где по старинке вода в речке, а тепло за печкой. Не прижилось здесь еще одно название – ферма. Совхозный комплекс по производству свинины – это два цеха – откормочный и репродукторный, оборудование которых полностью заменило ручной труд. Масштабы производства, не преувеличивая, можно сказать, промышленные. Ежегодно только в репродукторном цехе выращивают свыше 50 тысяч поросят. Кстати, затраты на его строительство быстро окупились. И сейчас совхоз один из самых рентабельных в стране. Скоро здесь вступит в строй еще один свинарник, пятиэтажный, рассчитанный на 11 с лишним тысяч животных. А следить за этим хозяйством будут 3 человека в смену. Безусловно, сооружение крупных комплексов подобного типа – дело реальное и перспективное.